Налог на роскошь, мне кажется, вещью правильной. Для тех людей, которые покупают супердорогие машины, супердорогие дома, заплатить несколько процентов со стоимости покупки спину не сломает. С другой стороны, проблема в том, что бюджет это тоже сильно не поправит, потому что не так уж у нас много роскошествующих людей, как думают широкие народные массы. Ну, не то, чтобы раз-два я обчелся, но, может быть, несколько сотен, может быть, несколько тысяч. Даже если с каждого соскоблить какие-то приличные деньги, пенсионерам от этого легче точно не станет.